Всем привет, здесь Наталья Емельяненкова и Максим Ткаченко, ведущие утреннего шоу 3-4. И сегодня мы приехали на тест-драйв в сеть елочных базаров «Глав Елка». Не, ну сначала может показаться, что мы находимся в настоящем лесу, потому что здесь столько красивых деревьев, но нас будут встречать настоящие эксперты, которые расскажут явную разницу между елкой, сосной, и мы выберем самую пушистую красавицу. Очень удобное расположение, центр города, улица Советская, как раз напротив Супермана. Здесь можно выбрать пушистую красавицу своей мечты. Начнем прямо сейчас вместе с тобой в рубрике «Тест-драйв». Ель, пихта или сосна, широкая крона или короткие иголки. Как сделать правильный выбор главного новогоднего украшения, нам подскажут эксперты сети елочных базаров «Глав Елка». Узнать их очень просто по специальному комбинезону с соответствующей надписью красным цветом. Кстати, Наташа уже задает вопросы одному из них. Пойдем посмотрим. Многие мужчины утверждают, что они прекрасно разбираются в женщинах, но немногие мужчины знают толк в настоящих зеленых красавицах. А вот Владимир знает. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, расскажите нам о вашем ассортименте. Что у вас есть и чем все эти красивые зеленые растения отличаются друг от друга? Ну, отличаются они ценой, разумеется, и качеством. Какая самая качественная елка, по вашему мнению? Ну, мне кажется, что это сосна Дания. Давайте к ней перейдем поближе. Сосна Дания. Это вот эта прекрасная, скрученная, красивая и пушистая? Да. Она пахнет цитрусом, отличается от всех. Как бы в тепле она начинает стоять, дает сок. И в доме пахнет приятно цитрусом. Здорово. То есть такую елку даже мандаринами не нужно украшать. Она сама по себе очень ароматная, пушистая. И вот я сейчас ее глажу, совсем даже не колючая. Так, веточки у этой елки гораздо скромнее. Что это за сорт? Это ель, Дания тоже. Она красивая, зеленая, пышная. А сколько в среднем стоит елка дома? Ну, если правильно ухаживать за ней, то месяц стоит. Кстати, давайте о правильном уходе за этими зелеными растениями. В песок их нужно сажать, либо в воде держать. И, может быть, чем-то подкармливать стоит? Ну, можно поставить в песок, и чтобы получше стояло, удобрять песочек как комнатное растение. Удобрение специальное есть. Вот оно представлено у нас. Добавляется, разбавляется с водичкой и поливается как цветочек. И сколько тогда елка будет стоять? Ну, порядок дольше. Не так быстро осыпается. Пахнет лучше. То есть это для тех, кто любит елку выбрасывать только 8 марта, специальное средство, чтобы елку вы уже выбрасывали не какую-нибудь серую, скучную, а по-прежнему зеленую. Ну, можно сказать, что да. Огромный плюс сети елочных базаров «Глав Елка» в том, что здесь не только помогут выбрать лесную красавицу, но с помощью этого предмета еще и упакуют ее, чтобы донести домой, не потеряв ни одной иголочки. Это, между прочим, преподаватели из педуниверситета. Давайте, так, давайте. Сложи. А это педуниверситет, елочку. Детям на Новый год, чтобы Дед Мороз встретил всех, подарил подарки, пожелал хорошего, новогоднего настроения. Круто. Классика жанра – сосна европейская, дерево, которому нас приучили с самого детства. Здесь очень длинные иголки, но по сравнению с крымской сосной, у которой иголки еще длиннее, конечно, есть небольшая разница. И я думаю, что на таком дереве игрушки будут держаться гораздо лучше. Владимир. Но с зарубежными растениями мы познакомились. А для патриотов, истинных любителей российских деревьев, есть что-нибудь? Да, конечно. Вот представлена елочка, Россия. Отличается от Дании. Ну, скажем, поскромней, не столь пушистая, но стройная и красивая, как и положено настоящей русской красавице.
Я люблю маленькие пушистые растения. И больше всего мне нравятся, конечно, елки. Я совсем не знала четкой разницы между сосной, елью и пихтой. Вот это прекрасное создание, с одной стороны, похоже на искусственное. Но нет, ни в коем случае так не думайте, просто это пихта. Настолько шикарная, пушистая и красивая. Мне кажется, на ней будет отлично смотреться шары красного цвета. Все ближе и ближе подбирается к нам Новый год, а значит, мы с Наташей просто не могли уйти с сети елочных базаров «Главёлка» без лесной красавицы. Я себе выбрала красивую ель из Дании. А я себе выбрал большую пушистую пихту. И теперь настоящий новогодний аромат будет царить у нас дома и в студии. Елку своей мечты можешь выбрать и ты. Потому что утреннее шоу 3-4 сеть елочных базаров «Главёлка» рекомендует.